Привет, друзья! Я сегодня опять в фикс-прайсе на улице Ливаневского, 16, в городе Пятигорске. И вот я не успела зайти, как увидела. У них новое поступление грунта. И здесь есть набор компонент для орхидей. Тут кора, мох. Цены не вижу. Спрошу на кассе. Но возьму обязательно, поскольку орхидей у меня много. Так, здесь 2 литра. Это воздушная кора и мох, впитывающий лишнюю влагу. Еще идет удобрение в подарок. Ну, возьму на пробу парочку. Вот такие наборы подарочные. Картонные коробочки, внутри пенопласт, здесь пластиковые веточки и мыльные розы. Стоит 199 рублей. В наличии вот такие вот варианты. Вот так вот. Горшок. Доломитовый по 199 рублей, облитый глазурью и внутри, и сверху вот такие расцветки. Но есть еще вот такие по 99 рублей и по 77. Да, вот еще есть по 199 рублей вот такие вот тяжеленькие симпатичные горшки. Фоторамка 13 на 18 по 199 рублей. Сзади картон, подставка. А это какой-то прорезиненный, что ли, пластик. Если честно, не знаю, но очень симпатичная рамочка. Декоративный LED-светильник на 14 лампочек по 199 рублей. Внутри выглядит вот так вот. Нужны 2 батарейки, которые в комплект не входят. Еще 2 светильника по 199 рублей. Вот такие вот. Тут лента внутри. Но вот видите, как-то не очень аккуратно. Здесь нужны тоже 2 батарейки, которые не входят в комплект. Будет светиться вот так вот. И сейчас покажу. Сердечки. Новые светильники по 199 рублей. Светодиодные. Здесь 3 светодиода. Кабель USB 110 сантиметров. Вращается и переливается разными цветами. Идеально подходит для вечеринок и семейных праздников. И до нас дошли вот эти вот подсвечники стеклянные. По 99 рублей. Можно что-то придумать, даже сделать высокие, если совместить их 2. Это для одной свечи. У нас они в 3 расцветках. Зеленый, белый и малиновый. Держатель для телефона по 77 рублей, легкий, компактный, раздвигается до 20 сантиметров, подходит для большинства смартфонов и удобно его держать в руках. Получили вот такой вот вернель. Интенсивный аромат до 100 дней, ароматерапия, кокосовая вода плюс минералы. Ну, нужно взять суперконцентрат на 30 стирок. Возьму, попробую. У меня как раз заканчивается кондиционер. Тимати шампунь для мужчин 3 видов. Они все для всех типов волос. Это против выпадения волос. Это объем и сила. А это очищение и уход. Стоят они 77 рублей. Новинка. Профессиональный шампунь для мужчин. Регулирует выработку сибума. И очищает, и освежает.
стоит 55 рублей. Бальзам-кондиционер с дозатором двух видов. Здесь восстановление и защита. Это экстракт грейпфрута и креатин. И питание и блеск. Здесь касторовое масло, мята и аргинин. Стоят они 55 рублей 500 миллилитров. Крем-флюид для лица. Также подходит для области вокруг глаз. Здесь фильтрация к яйце улитки, красный женьшень. Ну, обещают энергию и молодость кожи. Стоит 55 рублей. Влажные салфетки, защита увлажнения, бережный уход. Здесь 25 штук, он pH нейтральный, с цветочным цитрусовым ароматом. Содержит мягкие компоненты. Стоит 27,50. Вешалка для брюк и юбок по 99 рублей. На концах у нее резиновые заглушки. Сама вешалка металлическая. Очень-очень удобная вещь. У нас трех цветов. Красный, синий и черный. Чехол для хранения одежды и обуви по 99 рублей. Размер 65 на 55. Высота 14 сантиметров. Верхняя крышка прозрачная. В середине есть отделы, куда можно сложить либо обувь, либо одежду. Для гладильной доски на резинке для оптимального натяжения. Значит, размер 38 на 130, стоит 199 рублей. И он вот такой вот серебристый, плотный. Варежка для душа по 55 рублей, 19 на 15 сантиметров. У нас трех расцветок. С этой стороны она мягкая, а с этой шершавая. В середине выглядит вот так вот. Есть. Еще есть вот такие вот варежки для душа по 77 рублей. Они с двух сторон одинаковые. Есть малиновый, коричневый, серый и фиолетовый. Крышка от насекомых по 50 рублей. Диаметр 26 сантиметров. У нас в трех цветах. Белый, зеленоватый и желтый. Пластиковый поднос по 99 рублей. Глубокий. Вот с такими бортиками. Здесь диаметр 367 на 268 и 98 миллиметров высота. Но пластик какой-то мягковатый. И еще вот такая расцветка. Эта расцветка нравится мне больше. Посмотрите, у нас появились формы круглые для выпечки. Диаметр 21,5 сантиметр, цена 12,50 с крышкой. Вот их сколько много. Ну и прямоугольная за 27,50. Диаметр 32,5 сантиметра. Получили по 99 рублей вот такие вот друшлаки. Они идут в паре с контейнером глубоким. То есть можно помыть и оставить стекать в контейнере. Очень удобная вещь. У нас в трех раз, в четырех расцветках. Розовый, зеленый, красный и синий. Литровая банка с крышкой, закручивающаяся, стоит 99 рублей на литр 200. А такая 700-очка стоит 77 рублей. Фруктами. Банка с краном по 199 рублей. Банка трехлитровая. Здесь есть отверстие, куда вставляется кран. Кран алюминиевый. Но девочки показывали, какой-то он очень хлипкий. Здесь мне не разрешили сделать ничего, поэтому только говорю. Двухлитровый пластиковый кувшин на 2 литра.
В этом комплекте также входят 4 чашки. Выглядит этот кувшин вот так. Вот они трех расцветок. Вот такой черничный, светло-коричневый и зеленый. Сам кувшин матовый. У него выдавлены вот такие вот блестящие фрукты. Ну, я думаю, что для дачи пойдет. Хотя пластиковый кувшин я не очень люблю. Плотная крышка. Вот такие невесомые чашечки. Кстати, на коробке есть рецепт сангрии с одной стороны, а с другой мохито. Получили очень много книг для взрослых. Я, кстати, первый раз вижу, в основном здесь были книги для детей, но они сейчас есть, но еще и появились для взрослых. Это Дашкова «Чувство реальности», Борис Акунин «Не люблю Акунина», «Дикая ведьма». Ну, в общем, вот такой вот Стивен Кинг, Улицкая. Все они стоят 199 рублей. Нашла игрушку 3D-картинки. Играем круглый год. Это книжка-панорамка. В моем детстве тоже были вот такие вот объемные книжки. Я их обожала просто. Стоит 199 рублей. Но здесь вижу только одну эту. Больше нет. Обманула, нашла еще муху-цокотуху. Прелестная книжка. Просто прелесть. Тетради в клетку по 27,50, 80 листов, А5. Здесь есть поля, есть вот такие, вот такие и вот такие тетради на скрепках. Пеналы по 99 рублей с двумя отделениями. Выглядит отделение вот так. Ну, внутри картон. Выбор большой. Есть с единорогом. Это для мальчиков. Вот такой вот. С совой. И для любителей котиков. Ну вот на этом у меня пока и все. Пока-пока.